Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас битва гильдий, и сегодня я буду, как обычно, испытывать своих героев и буду испытывать непростых героев. У меня уже три героя на максималке, на двадцатке. Это у нас вот такой вот Лазуликс, Огник, тоже его вам показывал, просто бешеный какой-то он стал. Так, дополнительно у меня еще такой есть вот ворожей. Как видите, статки просто бешеные. Ну что, поехали. Посмотрим, что там у нас сегодня за топы. Я, честно говоря, не особо заморачивался. Ну, сливы смотрю. 53, 84, красавчики. Так. Смотрим, что там у нас за топ. О, неплохо. 550. 540. Так, эту гильдию можно не трогать. Поехали. Смотрим, что тут. Тут у нас дырочка есть. Интересно. Можно, конечно, трешануть, попробовать. Ладно, попробуем сейчас так забежать. Посмотрим на урон. Так, ну что, попробуем, значит, другой вариант. Такс. Ставим сюда выживание. И я сегодня уже наконец-то докачал питомцев. Вот такой вот один вариант. А второй вариант, мы сейчас выпустим просто Лазуликса в центр. Так, Анубис. В принципе, вместо Бугимена поставим Дрейка. И даже не Дрейка, вместо Бугимена мы поставим дерево для реса. Так, дерево, Лазуликс, Командора. Вот такой вот вариант попробуем. Так, ну как видите, у топа в центре дырка. Не знаю, что это такое. Но дырку иметь на 550к, это, конечно, немножко смешно. Вот так вот делаем. 80, ребята, 88%. Офигеть. Ну, это просто на изи вот так вот выносится в дырку. Все, вот и вся его расстановка. Просто жесть какая-то. Так, еще один такой же. Окей. Тут будет поинтереснее, я надеюсь. Так, наш Лазулик включился. Но я надеюсь, его не умрет. Ух, не умер. Вот смотрите, мой сейчас подбежит еще ближе. И сейчас должен еще разочек включиться. 70% у нас уже, отлично. Командора красавица бьет. Ну все, дальше он уже туда явно не забежит. Так, убираем. Ай, у меня какой-то Анубис не с тем, что ли. Римочка ж вроде на нем. А, не, все-таки он убрал. Так, отлично. Командорку кидаем. Немножко она не туда бьет, куда нам надо. Так, а мы Дрейка не поставили, кстати. Ну, тут все. Тоже ничего сложного нет. 70% набирает один Лазуликс. Вот как-то так. Так, окей. Поехали дальше. Дальше у нас... Так, 489, 488, 496. Так, что тут у нас? Тут у нас тоже непонятная картина. Окей, let's go. Так, выносим юнитов.
Отлично. 73%, ребят, ну посмотрите на это. Просто кайф. Даже там мои что-то бегают. Жесть. Вот вам битва гильдии просто ни о чем. Качаете героев, в этом их не качаете. Все не имеет значения. Здание выносится на ура. Так, окей. Следующий топ у нас 389. Ой, тут вообще все печально. Можно так вот даже сделать. Делозолекса запустим. Вот как-то так. Так, и что у нас осталось? 481. 488. Бьем вот этого. Так, Лазуликс есть, Фрея есть. Попробуем отсюда пройти от Огнекрыла. Ничего себе. Не хотят. Ну вот 53% у нас уже есть. Отлично. Все. Да. Что я могу вам сказать? У нас получилось 6557. Это мой новый рекорд на сегодня. В принципе, на всех серверах моих, где я играю, и на этом аккаунте. Ну, что я скажу? Лазурикс реально тащит, как видите, соживый вариант. Действительно очень-очень крутой, так как герой имеет возможность забежать еще дальше, еще раз ударить и потом еще раз ударить. Конечно, все зависит от того, насколько он войдет так с смотрителями, потому что многие смотрители просто бывает его вырубают, ну, как видите. Вот немножко не хватает ему урона, но вот это то, что он забегает, это однозначно плюс. Вот смотрите, 60%, и он уже здесь, в центре. То есть вообще вариант. Ну и отсюда уже просто добиваете. То есть, по сути, любой топ с такими героями просто проходится на ура, и не надо там выдумывать что-то особенного. Надо, конечно, иметь таких героев прокачанных, но, как видите, битва гильдий просто не актуальная стала. Ну-ка, сейчас я посмотрю, может, кто-то еще в топе есть. Сразу протестируем на подъем. Джей какой-то есть, отлично. Так, интересная раста, ну сейчас мы ее проверим. Он на это скажет. Вот смотритель ударил. Блин, Анубис не успевает. Просто на ура.
Еще у нас в запасе дерево, один герой. Вот как-то так, ребят. Ну, не знаю, что вам сказать. Это IGG, они, я не знаю, что будет в следующей обнове. Посмотрим. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Пишите, какие составы вы хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.